В Астрахани. Сегодня мы снимаем луки, тренды сезона осень-зима. Ну, в основном мы выбрали прям зимние теплые варианты. Это кожа, несколько вариантов. Это лаке, обычная, классическая кожа, дубленка и мужские брючки. Такие широкие, твидовые, хорошенькие, теплые. Трендов очень много, действительно, то есть можно выбрать все, что угодно, и ты попадешь, поэтому, то есть, ну, не бойтесь, в принципе. Я, наверное, советую, как всегда, для зимы это важнее всего быть, чтобы это было уютно, чтобы это было тепло, поэтому оверсайз свитера, шарфы теплые, шапки, объемное пальто, либо пальто мужского кроя, прямого силуэта, вот, то есть теплые и удобные варианты. Лично я всегда выбираю цвета, ну, в силу того, что это зима, также удобные, удобно носимые. Это какие-то более-менее темные, серые, но если вы не боитесь, вперед, дерзайте, выбирайте любой цвет, который вам нравится. Кажется, осень-зима у нас цвет марсала признан трендовым, поэтому вперед, если вы любите винные оттенки. Привет, канал Fashion One. Желаю вам тепла, уюта. Не останавливайтесь на своих целях. Вперед, будьте яркими и дерзкими.